А премьер Венгрии, одной из стран, которая наотрез отказывается пускать беженцев, выдвинул встречные претензии к Евросоюзу. Виктор Орбан обвинил Брюссель в пособничестве террористам. Правда, пообещал пока не выводить страну из ЕС. Орбан неоднократно призывал отказаться от принудительного распределения беженцев между странами Евросоюза и даже обещал провести референдум по выходу Венгрии из ЕС, если Брюссель и дальше будет оказывать давление в вопросе с мигрантами.